Помните, я уже говорил по поводу нездорового ликования, когда в украинских СМИ размещается фото и видео погибших украинских военных и разбитой украинской техники. Ну, это немного за гранью. Цензор решил еще раз постебаться. И они разместили видео, на котором ходит какой-то мужик и рассказывает, вот, техника ополченцев, все такое. Ну и в комментариях, понятно же, сплошное веселье. Ура, классно, супер. Я не знаю, что в этом классного, потому что половина техники, заснятой на этом видео, это Новосветловка, и техника вполне украинская. Эй, подожди, скажете вы, там же надпись ДНР. Сгорело. Вот тоже наш БМП. Надписи, как видите, ДНР. Да, но надпись была сделана позже. До этого ее не было. На этом же видео вы можете найти танки Булат, которые ну никак не могут быть российскими. Ну, это такое. Я думаю, что если сражаться с невидимыми войсками, то логично, рано или поздно приходишь к тому, чтобы праздновать победы над самим собой. Однако же, насколько это этично по отношению к погибшим людям, которые были в этой технике, ну, это уже вопрос риторический.